Друзья, это Покровск, наша поликлиника. Хочу показать вам, на какой стадии сейчас, по состоянию на 9 декабря. Вот первую неделю декабря появились рабочие, и вот они сейчас, еще нет 8 утра, всю неделю они работают. Почему их не было летом, ну, я не знаю. Наверное, мне никто на этот вопрос не ответит. Я неоднократно показывал, какое качество работ. Вот сегодня довольно-таки влажно, часть ваты открыта, ну и остальная, посмотрите, в каком состоянии вата находится. Вот так. Ну и тем не менее, рабочие появились. Появились, работают, и довольно-таки, вот нет 8 утра, они уже в процессе. Посмотрим, что из этого получится, но неоднократно мне писали в комментариях на предыдущие мои посты о поликлинике специалисты, что вот так утепление мокрым способом не делается. Вату во влагу не бросают открыто. То есть вот здесь вата напитана, подоконники, ну, сейчас попытались чем-то закрыть после наших облетов на квадрокоптере. Вот так. Комментируйте, говорите ваше мнение. И я думаю, что вместе мы, освещая эти моменты, сделаем так, что действительно наши объекты будут делаться быстрее и качественнее. Спасибо вам за комментарии, спасибо за репосты.